ничего. Рассчитываю на справедливый шанс. Все раз. Суд считает, что размещенные в Радиевом на странице в Инстаграм в сети интернет-комментарий содержит высказывания, призывающие признать идеологию и практику терроризма правильными, нуждающими в поддержке и подражании. При этом Ибрагимов, в силу наличия у него высшего образования и опыта работы в средствах массовой информации, не мог не осознавать противоправность своих действий и действовал с прямым умыслом. Такая позиция суда согласуется с заявлением Совета Безопасности ООН от 13 июня 2016 года, осудившего теракт в городе Орландо. Проверив и оценив исследованные доказательства совокупности, суд находит эти доказательства достоверным, достаточным для обоснования виновности Ибрагимова. Белорусский окружной военный суд предлагает Ибрагимову Рамилю Гасимовичу признать виновным в назначении ему наказания в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Поступление приговора закону в силу вещественных доказательств по уголовному делу, сотовый телефон, iPhone, IMEI 355-395-070-55-0673, конфисковать доход государства. Остается свободы, как вы считаете, довольны адвокат, ребят? Мы с вами довольны. Задавайте вопрос у адвоката. То есть, естественно, естественно. Но на данный этап я доволен. А там посмотрим дальше. Рамиль, вы довольны договором? Рамиль, ну все-таки мы можем вас поздравить. Он не комментирует, сказал. Ты получишь сейчас, ладно? Я вот не знаю, что с ним получить. А сейчас это самое... Ты... Сейчас узнаем. Я просто есть личная информация. А ты сотри все, и все, и симпулы. Ладно, давай. Карта действий как публично оправдание терроризма, то есть по части 1 статьи 205, принят 2 Уголовного кодекса Российской Федерации по суду квалифицированным, мы полностью согласны, считаем, что правильно квалифицировано. По мере наказания мы, конечно, просили реальное лишение свободы. Решение о необходимости обжалования или нет данного судебного решения будет принято после получения, изучения приговора и обсуждения.